Дней студента много, но самый главный в ГТУ имени Шухова – День российского студенчества. Пары, сессия, практика, студенческие объединения – все это важная часть жизни шуховцев. Кроме того, активисты принимают непосредственное участие в организации мероприятий университета. Модным развлечением считается проведение квестов. Они проходят на самых известных проектах университета – «Руси заповедной», в школе студенческого актива «Альтернатива», на массовых посвящениях первокурсники и, конечно, в День российского студенчества. Мы сейчас проходим квест, это очень здорово! Сколько все-таки Татьянин день, Международный день студента, хочется его праздновать максимально грандиозно, чтобы были задействованы не только студенты вуза, русские, так и иностранцы. Наши студенты креативны, поэтому неудивительно, что каждый раз участников ждет какой-то сюрприз. Например, мастер-класс по изготовлению медовухи. Караоке-баттл, выступление популярной КВН-команды «Голова», дискотека – самые популярные и уже традиционные развлечения шуховцев. Блин, квесты реально крутые, вот мне прям было весело, вот никогда таких эмоций не испытывала. Насыщенность и яркость жизни студента зависит только от него самого. Дерзайте, стремитесь и поскорее включайтесь в активную деятельность своего университета. А для вас работали Ровенькова Марина и Юрий Тычинин специально для StudLive. Насыщенность и яркость жизни студента... Ну что ж ты наделал-то, ну?